Пленэр этого года начался со Старицы. Это был март месяц. Старицы – это родина первого патриарха московского. И это верховье Волги, Тверская область. Март месяц. Апрель – это был Тутаев, Романов-Борисоглебск. Ниже по Волге. Потом был Плёс, еще ниже по Волге. Вот. И эти работы есть на этой выставке. Ну, у природы всегда надо учиться. Так же, как не бывает двух одинаковых закатов, двух одинаковых восходов. Природа всегда дает некий импульс для творчества. Вот то богатство красочное, которое вот, в нашей средней полосе, у природа дает, надо просто стараться это почувствовать, узнать, и это обогащает и в красках, и в живописи. Мне интересен натюрморт, мне интересен портрет, человек в интерьере. Мне интересны какие-то фантазийные мои темы. Интересно, с натурой для меня это важная составляющая часть вот моей жизни.